В честь 75-летия Великой Победы в Махачкале состоялось конно-спортивное мероприятие. Дети и взрослые в праздничный день наблюдали за увлекательными скачками и парадом лошадей. Это событие также ознаменовало открытие в Дагестане нового ипподрома. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Праздник начался с парада в честь 75-летия Победы. Десятки наездников в память о подвигах героев Великой Отечественной войны организовали шествие, которое прошло по накатанной спортивной дорожке. Далее прошли сами состязания, скачки на лошадях. Всего было 7 заездов. В них участвовали лошади дагестанской и арабской породы, чистокровные английские и полукровные. Отдельный забег прошел среди иноходцев и домашних лошадей пони. Давайте поддержим наших участников! Давай, давай, громче! Победителям и призерам скачек вручили денежные призы, памятные медали и грамоты. Ну, это получается у нас двухлетняя первая скачка. Вот лошадь скакала первый раз. И то, что мы работали, получилось не зря. Сами, честно говоря, не ожидали на такой результат. Ну, надеялись, конечно, но на такой вот результат не ожидали. С Дургели приехали, услышали, что будут скачки, но хотели тоже приехать, посмотреть, поставить, проверить своих лошадей. Жокеев, тренеров и хозяев верховых животных лично поздравили именитые спортсмены и общественные деятели. Самое важное то, что сегодня здесь мы разных конфессий, разных людей собрались, национальности людей для того, чтобы посмотреть скачки, праздник очень прекрасный. Я благодарю людей, которые организовали. Видно же на высшем уровне, потому что у нас вот достраивается и арена. И я думаю, что для республики это очень такой важный объект. Между заездами известные артисты исполняли нашиды. Среди детишек состоялись конкурсы с розыгрышем подарков. А все желающие смогли отведать главное угощение праздника – вкусный узбекский плов. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсан». Соответственно, все средства, поступившие от спонсоров, от участников, все пожертвования, они будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Новый ипподром находится за северным постом около въезда в Махачкалу со стороны Буйнакского перевала. Он принадлежит конноспортивному клубу «Ватан». Комплекс полностью еще не достроен, однако уже готов для проведения крупных мероприятий. Я считаю, для республики это большое, очень большое дело, потому что на сегодняшний день, на сегодняшний час у нас нет нигде этого ипподрома, не было. Исправлю, не было, а сейчас вот он у нас появился. Руководство ипподрома намерено и дальше продолжать радовать жителей республики спортивными мероприятиями. Цель – объединение многонационального дагестанского народа и пропаганда здорового образа жизни. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.